одни из самых крутых часов, кастомизация, такой вот красивый резной узор, это все выгравировано по всему корпусу, тут по бокам, все в гравировках. Это кварц, машина здесь внутри стоит Miyota. Вот так вот откручиваются кнопочки хронографа, запускается хронограф. Слева минута мер, справа время суток, внизу постоянная секундная стрелка тикает, видите. Нижнюю кнопку откручиваем, это сбрасывается на ноль. Также индикация даты между 4 и 5 часами. Закручиваем потом кнопки хронографа. Крона тоже на резьбе. Первое положение вытаскиваем, у нас меняется дата. Второе положение, у нас меняется время. И справа время суток вращается, тоже хронограф. До 30 дойдет, поменяется у нас дата. Почему такое исчисление? Потому что тут стоит японский механизм. И он показывает свои значения. А нарисовано тут все как у оригинала. Очень красивые часы. Кому интересно, для заказа напишите нам. Наш телеграм-канал будет в описании к этому видео. Спасибо за просмотр.